Новый золотой директор – это Шкулевичня Рената. Рената, вы с нами подключайтесь. Да, добрый вечер всем. Рената, я из Литвы. И я подключилась к Coral Club совсем-совсем как, ну, как подарок я его получила, потому что у меня с сыном были проблемы, и я просто заполняла анкету в интернете, чтобы, ну, автоматически мне послали спонсора. Так я попала в команду Алены, в команду Николая, в команду Анатолия. Это наверняка была самая главная такая причина, почему я здесь начала делать бизнес. Потому что когда я... сначала я получила это, как меня обслуживала Алена как клиент. Она, это меня вообще так бы... Ну, как бы это было волшебство. И потом понемножку я познакомилась с командой. Это была любовь и в концепцию, и в команду. Вот, и то, как меня поддерживает вся команда, то, как вот в последний день месяца мне просто как бы подарили такую мотивацию, что просто я не могла не закрыть золотого директора. Очень благодарна. И у меня есть сейчас 3 директора, 2 в семью, одна уже как бы моя подруга, которая идет за мной своими шагами. Вот. Но я очень благодарна за всю эту систему, которая есть, за этот вечер, за признание, которое есть, потому что это очень большой рост. И, короче, я знаю, что это только все начало. Спасибо, спасибо всем. Рената, поздравляю. Рената, поздравляю. Молодчина. Поздравляю, молодец. Рената, поздравляю.